Им есть чем гордиться и нечего скрывать. ТОС-орбита состоит из 14 человек, членов ТОСа, плюс порядка 100 добровольцев. Весь этот огромный коллектив неравнодушных делает жизнь своего микрорайона ярче и интереснее. Одна масленица, которую в прошлом году посетила наша съемочная группа, чего стоила. Энтузиазма цветоводов из этого ТОСа хватает не только на микрорайон. Они успевают украшать городские парки и скверы. Вот, например, у нас Александр Борисович Куликов. Он работает метрополитене, и около себя создали дизайн. Он посмотрел, ой, какие елочки, какие цветы. Я тоже хочу, чтобы у меня у дома так же было. Основная задача, которую ставят организаторы конкурса, поддержать и поощрить самых инициативных активистов, тех, кто не жалеет времени и сил для создания уюта и красоты в отдельно взятом доме, дворе, квартале. Цель конкурса – объединить, сплотить людей с активной жизненной позицией, неравнодушных к родному городу. Наконец-то начинаются какие-то общие такие подвижки навстречу друг другу для того, чтобы вместе согласованно что-то делать, работать. И в этом смысле конкурс, который организует администрация городского округа Самара, это конкурс, который позволяет поддержать и оценить лучшие практики, которые существуют. Всего в Самаре около 70 зарегистрированных ТОСов. Из них заявки на участие в конкурсе подали порядка 20. Итоги будут подведены до конца декабря. Валерия Квасневская, Максим Гусев. События.